Это именно ледовые, когда у меня, опять же, ничего не получалось. Я хотела заканчивать вообще фигурное катание. Это как раз был предолимпийский сезон. Все было вообще не так, как я планировала. Я себе просто ставила цели. Не то, что цели, а задачи. Если я не справляюсь с нервами там, на определенный старт, там, если я буду не попадаю на финал гран-при, значит, и мне просто делать нечего в фигурном катании. И неважно, какой сезон, это предолимпийский или обычный. Я выполняла эти задачи, попала я на финал и понимала то, что нет, я могу. Почему я должна бросать то, что я могу? И так я постепенно, ставя свои задачи, выполняла их и шла к своей цели. Я бы, наверное, ничего себе не сказала, потому что на ошибках учатся, на своих ошибках, не на чужих, на своих. И если бы я не прошла бы все то, что я прошла, начиная с 10 лет, я бы, наверное, ничего бы и не поняла. А из-за того, что я прошла, я сейчас понимаю, я сейчас такая, какая я есть, и это меня сформировало как личность. То есть поэтому я бы ничего не меняла в своей жизни.